Шпаргал. Именно ими спасается наш студент. А вот в Израиле он мог бы подать в суд и пожаловаться на свою загубленную жизнь. И это бы спасло его. А еще в Израиле придумали такие вещи, как флешка, антивирус, сотовые телефоны и многое-многое другое. Вот такая вот удивительная страна Израиль. Как оказывается, мало нам известно о некоторых странах. А, кстати, мало кто знает, что в Баварии есть деревенька Обер-Аммергау, которая, несмотря на свои крошечные размеры, известна как минимум тремя вещами. Во-первых, это театральные представления на библейскую тематику. Они проходят там каждые 10 лет и собирают зрителей практически со всего мира. Участие в этих представлениях принимают почти все жители деревни, и, что интересно, за год до представления они начинают отращивать растительность на лице в соответствии со своей ролью. Известна деревня и своими мастерами резьбы по дереву. И, кроме того, первое, что бросится в глаза приезжему, это расписные фасады домов. Они искусно разрисованы картинками на библейскую тематику, на тематику немецких сказок и даже рекламы. Библейских мотивов в китайской культуре не особо много, зато у них есть своя легенда о Мулан. Думаю, многие из вас смотрели диснеевский мультик о храбрый Мулан. Ее прототипом была девушка по фамилии Хуа, жившая в 6 веке. Ее отец был солдатом, и однажды он был призван на войну, но он был слишком стар для этого, и Мулан пришлось пойти вместо него. За 12 лет службы в армии Мулан получила множество наград, и император хотел наградить ее высокой должностью, но Мулан по своей скромности отказалась. Эта легенда очень ценится в Китае и также включена в учебники в китайских школах. А Франция гордится не только своей эльфовой башней и почти 5000 замков. И в маленьких городах может быть не менее интересно, чем в Париже или в Каннах. Например, в маленьком городке Лорион можно посетить музей интересных вещей. Всем же интересно посмотреть на утюжки для усов. А еще в одной маленькой деревушке Алувит-Вильфос есть дерево, которое 3 века назад ударило молния. Но жители, недолго думая, решили построить церковь прямо в нем. Да это что? Вот римляне строили так строили. В одном древнем испанском городке около Мадрида они построили акведук, самый длинный в Западной Европе. Но жителям Сеговии было неинтересно думать, что это построили римляне, поэтому они придумали красивую легенду, по которой этот мост построил дьявол. Именно поэтому, наверное, 20 тысяч плит, из которых состоит акведук, держатся без единой капли раствора под собственным весом. Римляне бы, наверное, удивились, что к их водопроводу, так переводится слово акведук, съезжаются толпы туристов. Ну, не знаю, может быть, в недалеком будущем и сюда будут приезжать экскурсии школьников с Марса. Японцы – настоящие марсиане нашего мира. Когда они заимствуют европейские традиции, они меняют их до неузнаваемости. Например, в Японии на День Святого Валентина женщины дарят подарки мужчинам. Традиционно это 2 вида шоколада – обязательный, который они дарят всем знакомым мужчинам, родственникам, коллегам, начальникам, и шоколад любви, который они изготавливают своими руками и преподносят своим возлюбленным. Через месяц в Японии наступает Белый день, 14 марта, и тогда уже мужчины дарят женщинам подарки в ответ на полученные на День Святого Валентина. Дарят обычно белый шоколад, зефир, жемчуг, белые цветы. Но японцы и на этом не остановились. Действует еще одно негласное правило. На Белый день подарок должен быть в 2 или в 3 раза дороже, чем подарок на День Святого Валентина. Справедливость? Справедливости ради стоит вспомнить, что знаменитый Биг Бен – это всего лишь название циферблата. Сама же башня носит имя Святого Стефана. Также Великобритания – страна весьма смешных законов. Знаете ли вы, что там категорически запрещают свешивать кровать из окна? Узнавать про другие страны – это, конечно, здорово, но не нужно забывать, что в России есть тоже очень много всего интересного. Например, в Санкт-Петербурге мостов в 3 раза больше, чем в Венеции. Поэтому не Санкт-Петербург нужно называть Северной Венецией, а Венецию – Южным Санкт-Петербургом. Также самая маленькая граница между Америкой и Россией составляет всего 4 километра, поэтому мы не так уж далеко друг от друга находимся. Еще в Санкт-Петербурге находится самое глубокое в мире метро. Его средняя глубина – 100 метров. Ну, у нас в Академии, конечно, нет метро, зато у нас есть летняя лингвистическая школа. Мы всех вас ждем. Приходите.